Вот на Фриде этому человека батарея отказала гибридном в одном номере. Со мной был в хостеле за 360 что ли рублей. Тут у них вот на кольцах всегда направление по полосам. Оно четко разделено, то есть. А у нас три полосы в Новосибе залетает на кольцо. И все, и кто куда, кто направо, кто налево. Вот, пожалуйста, на Дальнем Востоке Росгвардия, Nissan AD, черные номера, там, наверное, военные какие-то. Маяки синие на крыше. Экзотика. Ну что, ребята, потерпел я фиаско, и сейчас, не солоно хлебавши, я еду из Уссурийска обратно. Ну, сейчас еду в город Артем, там пару фитов хочу посмотреть. Один пробежный, один беспробежный. Но магии Уссурийска я не ощутил. Вот, один фри тут появился, да, хорошая цена. Но опять же, сами видели, да, какая там ситуация. Во-первых, год минус год. Во-вторых, ничего не показывают, ничего не рассказывают. Как бы, я не знаю, я боюсь даже подумать, если вот попросить прокатиться, потому что на них же там какие-то болячки, какие-то подшипники гудеть могут. Какая реакция будет. Ну просто я не знаю, как-то не... Ну и так берут, по их понять можно. У них, наверное, и так берут молча или как там, или надо как-то по-особенному общаться, как-то располагать к себе. Ну, в общем, не это, не очень. Ну вообще, вот эти поиски, если честно, я бы с удовольствием, вот если у своих постоянных продавцов купил бы две машины, но у них ничего нет, у них все расхватано, разобрано. Я бы с удовольствием почилил, даже пока жду Мишу перегонщика. Но тут просто из телефона не вылазишь. Каждые 10 минут чекаешь, проверяешь, что там нового появилось. Я и пробежные, и беспробежные смотрю. Появляются машины в интернете сразу, никаких секретных там стоянок, в которых там ни на дроме, нигде машин нету, супер дешевых, такого нету. В 3 часа ночи вот к ним Фрид пришел, с утра он, все, они выставили его. Они, кстати, объявление до сих пор почему-то не сняли. Может, как привлечение покупателей используют его. Вот этот Honda Fit продается за 600 тысяч рублей 2015 года. Колеса, кстати, с таким вылетом, что закидывает машину. Смотрим. Чего у него там, панелька такая красивая, типа экранчика. Что-то говорят, есть крашеное, что-то не крашеное. Пока все чики-бенни, чики-бомбони. Вроде говорили, что-то крашеное есть. Закидали, как будто, блин, специально закидали. Короче, за 580 этого фита отдают. Вообще там повреждения самые минимальные были. Все толщиномером один слой пробивается, просто два элемента красили, крылья, до металла снимали краску, капот поменяли в цвет. Цена хорошая, вообще цена отличная. Набрал котлету денег, иду вот по дороге, здесь вообще так неудобно с Артема в этот Nissan Center добираться. Или 15 км на машине,
или припарковаться у тому-то и через этот пешеходник спуститься сюда. А еще говорите, у перекупчиков легкая работа, типа им деньги просто так достаются. Вот, смотрите, рискую жизнью. Вот, пожалуйста, здесь машины с пробегом. Продается вот Nissan Vingroad. 17-й год, 62 тысячи пробег за 720. Вот Renault Sandero за 900. 2020 года Sandero. RAV4 за 1 750 000. 18 года пробег 137. Полный привод, двушка. Он X-Trail за 970. Этот за 2 400. Это новый, что ли? Нет, 17 года, 67 тысяч пробег. Дорого что-то, 2 400. Это вообще 2 700. О, это 3 400. Я такого помню за 1 000 000 в Питере. А, не, ну не такого, 56-го, это QX80. За 1 000 000 два года назад в Питере чуть не купил. Но это патрули, 2 600, 14-й год, 1 900, 11-й год. И за 2 100, 11-й год. Конечно, ценники такие. А вот, кстати, на шипах они, а говорят, здесь шипованные. А, не, шипы все вырваты, шипы. Ну, также там тоже машин дофига. Ладно, еще свою тачку посмотрю еще разок. Ничего там я не пропустил, не упустил. Конечно, эти проставки надо будет снимать, потому что я весь кузов себе собью, обскалю. Алло, все, я пришел с денежками. Ну вот, ребята, что за машину я купил. Сейчас я покажу. Краткий обзор сделаю. Вот, смотрите. Такие коврики Honda Fit. Здесь вот все это. Можно даже пленочку еще поснимать будет потом. Состояние, блин, не сильно отличается от беспробеговых, я бы сказал. То есть, все, рулечек, вот он весь вот такой вот пупырчатый. Пробег вроде как 111. Я даже не смотрел, сколько пробег. Пробег, да, 114, но эта машина уже пробеговая, здесь уже автодата, автотека. Это, конечно, я не люблю вот эту фигню, блин. Когда машина, вот она, офигенно сделана. Но, блин, люди будут видеть, я так понимаю, ДТП. Я даже не проверял эту автотеку, нафиг надо, блин. Здесь все четко вообще. Вот такой вот салон. В офигенном состоянии. Ну вот Фридов я смотрел без пробеговых. Там салон, ну, такой же. Не лучше точно. 100% не лучше. Еще регистратор, я так понимаю, мне в подарок пошел. Какое-то зеркало модное, вонючка. Уже коврики, уже резина здесь. Какие-то проставки зачем-то. Сейчас буду пытаться их снять. Вот, смотрите, такой вид имеется под капотом. Уже понятно, да, что здесь грязно, не помыто. Но можно помыть. Следов коррозии нигде не видно, такого, чтобы было прям, знаете, что-то непонятное. Задний ряд, вот, кстати, ключ на 10, я так понимаю, мне в презент. Надеюсь, это никакой подкол, он мне не пригодится. Такой вот багажник, полки здесь нету, зато есть, вот я уже домкрат начал доставать, тут все эти герметики родные есть. Опа-ца! Тазик, смотрим. Тазик. Четко. Здесь какой-то динамик установлен. Здесь какие-то баллоны непонятные установлены. Антифриз, вот щетку мне дали. Но это уже, да, пробеговая машина. Все, я тут посмотрел, все ремни, все погоду соответствуют. Все четко. 15-й год у машины. Это не гибрид. Раз такой ажиотаж сейчас пошел на беспробеговые, курсы что-то скачут. Все это как ставки, это растут постоянно выше, выше, выше. Я не люблю ажиотаж, я люблю, когда тихо, мирно, спокойно. Вот приехал человек, лично вписан в ПТС, хоть и брал ее, ну вот как он сказал, для восстановления, для хорошего восстановления. То есть до металла здесь счищалась и красилась. Ну то есть покраска очень хорошая прям покраска, я вам скажу. Не знаю, ну вот смотрите.
Тут, конечно, да, такие колеса. Может, я не допускаю, что здесь специально по грязи газанули, чтобы вот так было. Может, какие-то мелочи есть тут. Вот, смотрите, вот такие. Например, ну вот эта полировка уберется практически вся. Так что что, один раз живем, решил попробовать пробеговую машину пригнать. Как это в плане бизнеса, как это в плане впечатлений, ощущений. Все вам покажу, как обычно, ребят. Вот можно арочку посмотреть, все целенькое. Все как по дилерским технологиям. Кто-то скажет опять, крахобор, крахобор. А мне нравится, сидишь, гайки крутишь, никуда не спешишь, никуда торопиться не надо. Я, король перегонов, буду крутить гайки. Последнее колесо осталось. А кто хочет подтверждение тому, что я купил очень и очень классную тачку? Вот смотрите, что я сейчас увидел. Просто снял колесо, смотрите на этот болт. Он не крашен и ничего, смотрите, какой он, в каком он состоянии. То, что должно быть синенькое, синенькое. То, что должно быть беленькое, беленькое. То, что должно быть черненькое. Че? Черненькое. Здесь, смотрите. Рычаг черный, кузов голубой. Никакого рыжего. Я охренею. Машина с 18 года. Ну, 3 года там с лишним, да, в России. Как? Арки. Арки на Honda, говорят. Болезнь. Вот, где болезнь? Арки идеальные вообще. Хорошая машина. Реально, я прям рад. Ну пока что я рад. Что будет дальше, смотрите в продолжение истории. Вот решил воздушник посмотреть. В принципе, кроме вот этого пассажира непрошенного, ничего нету. Особо он не забитый. Ну вот, ребят, и купил я машину. Правдами и неправдами. Вон какой офигенный закат. Просто вон краснющее солнце. Завтра, наверное, будет жарко. Подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Очень скоро будет перегон 2 замечательных японских машин из Владивостока в Сибирь.